Все восстановительные работы в доме номер 2 по улице Дементьева в микрорайоне Садовом жильцам обещали закончить к 15 сентября. Выполнил ли свои обещания застройщик, фирма СУОР, сегодня проверяли совместно с Общественным народным фронтом и наши корреспонденты. Жители этого дома – переселенцы из аварийного жилищного фонда. Каково же было их удивление, когда новое жилье оказалось не лучше старого. Дом сдан еще в конце апреля, а стройка до сих пор продолжается. Уже в третий раз реконструируют входные группы подъездов. И это далеко не единственная проблема в доме. Ходим опять по этим переходам, по пожарным. Там трещины. Там трескается прямо сверху, снизу до верху. Я-то 10 июня еще переехала. Но трещины были, да, от стены. Ну, еще идет вода с песком. Почему это, я не знаю. Мы здесь были месяц тому назад. Было отмечено, что лифты в доме вообще не пущены в эксплуатацию. Сегодня мы видим, что кнопка лифта работает, но лифт пока что-то не приехал. Вот. Если лифты включены, это радует, потому что собственники с начала заселения уже оплачивают эту услугу. Фронтовики отметили, с прошлой их проверки изменений мало, разве что наконец дали горячую воду. Уже осень, скоро начнутся заморозки, а дом к отопительному сезону не готов. Открыты стояки отопления, которые проходят через продуваемые нежилые помещения. Жильцам на первом этаже еще предстоит столкнуться с зимними холодами. Однако застройщик не склонен драматизировать ситуацию. В доме конкретно трещин никаких нет. Кроме того, что мы провели еще одну независимую экспертизу, этот дом абсолютно пригоден для жизни. Трещины какие-то небольшие, они могут быть. Это чисто идет усадка дома. Жители дома более 4 месяцев живут в режиме стройки. Под их окнами работает тяжелая техника, экскаваторы, при этом нет ограждений и предупредительных знаков. Сопредседатель Народного фронта Чувашии Виктор Горбунов оставлять ситуацию висеть в воздухе намерен. Поэтому я хотел бы обратиться в первую очередь к правоохранительным органам, не в последнюю очередь к органам прокуратуры. Значит, здесь есть большой план работы для этих органов. Мы сделаем соответствующее обращение, и я думаю, значит, прокуратура здесь будет проводить определенную работу. Дата окончания строительных работ по благоустройству территории теперь перенеслась на конец месяца. Жители дома с нетерпением ждут, когда же они смогут заходить в дом через парадный вход, гулять с детьми во дворе и просто наслаждаться спокойным отдыхом после работы. Екатерина Куприна, Александр Петров, Республика.